Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Открывайте ворота! Масленица пришла! Вся колонна, вот эти 300 с лишним детей, это дети из районов нашего Забайкальского края. Но сегодня праздник идет Масленица, и поэтому никого не надо было учреждение культуры привлекать. Мы специально так сделали, чтобы без дополнительных каких-то средств и расходов. Поэтому город сегодня проводит прощание с зимой. Ну и будем говорить, наши дети как раз являются участниками этого мероприятия. Им будет, ну, очень интересно посмотреть, потому что, ну, не все, я еще раз, наверное, повторюсь, бывали на таких массовых гуляниях и видели, ну, праздник, который для города у нас, ну, проходит ежегодно. Прощай, прощай, Масленица, прощай, 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 Масленица.